черный дым поднимается довольно-таки сильно. Сейчас поедем посмотрим, что там. 15 мая 2021 года. Вот тут в Усмане пожар, и посмотрите, сколько любопытствующих на автомобилях. Одно дело, вот кто-то на велосипеде, пешком, так сказать, не препятствует движению пожарных машин в случае необходимости. Я думаю, они уже давно здесь. Но для подкрепления все-таки, смотрите, объемное препятствие. Вон, кстати, пожарка мигает. Ей затруднительно, видимо, будет проехать. Вот такая вот у нас гражданская позиция любопытствующих. Нужно что-то, конечно, с этим делать, понимать, не мешать. Вот. Пены работают. Потушили пожарной пеной. Видимо, загорелась бочка с мазутой. Руины былой цивилизации. Лава труду. И вот немного здесь прошелся. В ознакомительных целях наблюдаю. Да, ну, в принципе, как и везде в подобных таких строениях, все, что можно металлическое срезать, срезали. Но оно и понятно. Живем в богатой стране. Богатство на каждом шагу. Что интересно, сейчас услышал от человека, что рядом с этими бочками где-то здесь вот закопаны бочки с кислородом. И еще где-то рядом с другим каким-то газом. Опасное соседство для жилых домов. Заканчиваю выпуск вот такими вот хорошими словами. Каждому космосу нужен свой Гагарин.